Музичко! Мое почтение, говорит и показывает Лига. Сегодня, дамы и господа, я представляю вашему вниманию игруху Resident Evil часть 2. Я особо не осведомлен по этой игре. Единственное, я знаю то, что оригинальная игра выходила в 98 году, а это, короче, ремейк. Ну, его прям так со всей силы все расхвалили, что вот все-таки я откопал диск и решил поиграть. Правда, она вышла уже несколько лет тому назад, но это не важно. Мы все равно поиграем в это дело, посмотрим. Так, что, язык озвучки, английский, да хрен там плавал, я русский хочу. Блять, нету? Это плохо. Так, точно нету? Блять, нахуй с тобой. Язык игры русский, конечно, да, субтитры включить, устройство звукового вывода, наушники, бинауральный звук, ну хуй с тобой, пусть включено будет, я не знаю, что это. И изменяйте значение, пока узор не станет практически неразличим. Ну, пусть будет так. Здесь то же самое, да? Хорошо, как скажешь, игра. Так. Подключение к RENET. Это совершенно бесплатный сервис. Нет, не хочу. В раздел доп. Режимы главного меню добавлен новый режим игры. Спасибо. Так, нам предлагают поиграть за двух персонажей. За Леню Кеннеди и Клаву Редфилд. А кого бы нам выбрать? Так, Леон С. Кеннеди. После нескольких дней радиомолчания с нового участка, Леон Кеннеди решил отправиться в Ракун-Сити, чтобы разобраться, в чем дело. Он еще не знает, что его ждет. Играть за Леню. Так, давай посмотрим. Клава. Клава Редфилд. Живет совершенно обычной жизнью и даже не подозревает, что совсем скоро эта жизнь превратится в кошмар. Играть за Клаву. Так, ну давай по порядку. Пойдем за Леню играть сначала. Выберите режим игры. Упрощенный, стандартный, хардкор. Упрощенный. Помощь прицеливания. Часть здоровья восстанавливается автоматически. Враги слабее. Стандартный. Ну, там все более-менее, наверное, ровно, стандартно. И хардкор для бывалых фанатов серии. Для сохранения необходима цветная лента. Без автосохранения сильные враги. Нет, идите в пизду. Это сильно. Давай стандартный. Ну все, полетели. Приятного просмотра вам, дамы и господа. Мы начинаем. Ну че, народ, погнали нахуй! Ёбаный в рот! Слушай, я серьезно говорю. Доверю, я верю, приятель. Не отвлекайся, рассказывай давай. Ладно, в общем, в прошлую пятницу иду я домой из бара. И вижу, ко мне направляется женщина. Знаешь, аж вся шатается. Ну я подумал, что пьяная. Так, погоди, погоди. Скажи только честно, ты сам перед этим сколько выпил? Да нет, правда, я почти трезвый был. Да ладно. Послушай ты уже, она подходит, я на нее смотрю. Ты бы видел ее глаза и нос, все лицо было прогнившим. Фу, как живой труп, живой ходячий труп. Ха, прям как моя жена. Я такого раньше не видел. С той ночи я, блядь. Ладно, угомонись, успокойся. Слушай, эй, не падай духом, ладно? Нельзя поддаваться страху, верно? В том-то и дело. Если растеряться и замереть, они вопьются в тебе зубами. Я видел, как она напала. Да ладно, на самом интересном месте. Это еще и читать все придется. Ну ё-моё. Почему нет русской озвучки? Это несправедливо. Это нечестно. Спать охота. Ёбушки-воробушки. Ни хрена как волосня растрепалась. Пизды, блядь. Не выходи из машины. Не выходи из машины, тебе говорю. Дурак, залезь обратно. Нет, 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 нет. Блядь, не трогай ее, отойди нахуй. Сожрет же, блядь, мужик. Слушай только меня и голос Америки. И тюрьмы не избежать. Иди в машину садись. Ну, спасибо, God of War установилась. А что же мне делать? Я тебе говорю, она встает. Обернись, блядь. Обернись, ёб твою мать. Пизда мужику. Сука, не слушайте никогда. Так, это кто у нас?
А, это Леня куда-то пиздует, да? По-моему, Леня. Леня, точно. Здорово, Леня. Я за тебя сегодня буду играть. Варнинг написано. Никого нет. Какая-то грустная заправка. Странно. А? Надпись на двери open. Леня, не ходи туда. Не ходи, хотя бы ты меня, блядь, послушай. А, то есть, все, теперь я, да? Ну, конечно, блядь, в самую жопу меня засунули. И чё мы будем делать? Так, Лёня, может, ну его нахуй? Пойдем отсюда. В пизду, блядь. У тебя есть чем пострелять вообще? Нет, у нас нет ни хрена, мы ничего пока не можем делать. Ну, это, наверное, такая будет обучалочка небольшая. Но пойдем, бег L3, хорошо. Я понял. Открывай калитку. X, открыть калитку. Hello? Hey. Anybody there? Есть тут кто-нибудь? Слушай, right. Что-то не так. Либо у тебя стальные яйца, либо у тебя совсем нахуй нет мозгов. Ты видишь, блядь, тут кровь на полу. Ты видишь, тут все разбросано. Ты слышишь, тут кто-то дышит? Блядь. И кого-то я буду где-то за углом. Ты слышишь? Так, что-то я начинаю приочковывать маленько. О, блядь, это кто? Мужик! Можно чем-нибудь кинуть в него? Я не хочу туда идти. Мужик! Ты в порядке? Че молчишь, падла, с тобой разговариваю? Don't move. Стой там, я вернусь за тобой. Так, 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 так. Короче... Если я не буду успевать читать, то извините. Я, наверное, не смогу и следить за игрой, и читать одновременно. Так, а куда нам идти вообще? Где компас? Чё-нибудь. Давай попробуем идти сюда. Так, блядь, чё такое? Ты чё, блядь? Эй, ты чё делаешь, пёс ёбаный? Открой дверь нахуй. Я немножко от себя добавил. Я буду кое-где добавлять от себя. Так, блять. Ну давай, пойдем. Не дергайся. Офицер, вам помочь? Все под контролем, сэр. Да, что-то не похоже, чтобы... а ну слезь с него. Помоги. Что за хрень? Ебутся мишки, разворачивайся, вали, валим нахуй. Блять, стой, ты чем стрелять? А, есть, имеется. На нахуй. Какая-то пукалка у тебя не хочет. Да три раза, четыре в бошку попал. Ты, блядь, помирай-то нахуй. Так, допустим. Товарищ полицейский, вы как? Вы нормально? Вам пиздец, да? Так, что у тебя тут? Нормально, на заправочку так заехал. Оно тут не одно, наверное, да? Я очкую туда идти, блядь. Так, тут вроде тихо. Так, подожди. Давай вот этот уголок посмотрим. Насколько я помню, я проходил четвертую часть, я проходил пятую часть. И я проходил седьмую часть, да, вот так вот непоследовательно. Ключ, спасибо. Так, давай вот сюда. Патроны тут очень со всей силы, прям надо экономить. Так, ну ключ, и чё? Объединить, изучить? Нет. Приветственное письмо. Офицер Лёня Кеннеди. От лица полицейского управления Ракун-Сити поздравляю вас с окончанием обучения. Ваши высокие оценки заслуживают похвалы, и мы рады вас видеть в рядах наших сотрудников. Пожалуйста, явитесь на инструктаж в полицейский участок Ракун-Сити в пятницу, 25 сентября к 8:00. Добро пожаловать в наши ряды. Шеф полиции Ракун-Сити Брайан Айронс. Так, короче. Значит, мы с Леней ехали поступать, точнее устраиваться на работу в полицию.
Леня решил заехать на заправку, но, видимо, бензин у него кончился, может, хуй его знает. О, блядь! Пошел нахуй! Блядь, не попадаю! Помирай! Помирай! Что это? Этого не может быть! Я, блядь, сука! Все, пизда, патроны кончились. Я ж тебя убил, мразь! Твою-то мать, и сколько раз тебе надо убивать? Все, патроны кончились. Патроны-то экономить надо. А у нас уже их нету. Открывай нахуй. Из сюжетных предметов. А, использование, наверное. Чтобы открыть дверь или решить головоломку, с помощью предмета выберите его и нажмите вот этот значок «Использовать». Понял. Так, вот это давай. Использовать. Хорошо. Все, пошли, 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 пошли. Блять, тут... Там толстый встал. Мужик, я не хочу к нему подходить. Ёб твою медь! Блять, так. Ой, какого? Все, валим нахуй отсюда. Энергично, быстро. Отойди нахуй. Все, я побежал. Быстрее беги, Лёня. Лёня, быстрее, иначе нам пизда. Ебать, копать. Лёня, блядь. Да беги ты, дурак, блядь. О, Клава, ты что ли? Не стреляй. Ложись. У меня вообще-то патроны кончились. Ты в порядке? Да, вроде бы, спасибо. Поблагодаришь, когда выберемся. Дай патронов. О, черт. Пиздец какой. Что вообще случилось? Дай патронов, а? Блядь. Сука, страшно. Машину! Садись! Да поехали нахуй, держись. Садись, держись. Так, ну мы свалили, хорошо. Что тут вообще творится? Не знаю. Надеюсь, в участке нам что-нибудь объяснят. Стой, ты чё, коп? Да, Лёня Кеннеди. А ты? Клава. Клава Редфилд. Живёшь тут? Не, ищу своего брата, он тоже коп. Что ж, хорошо, что мы встретились. Уже не знаю, чего ожидать. Надпись на табличке. Добро пожаловать в Рекон-Сити. Capcom Presents представляет Capcom. Директор Казудори Кадой Яшира Аб. Короче, пизду, не хочу это все читать. Короче, вот такая вот игра. Но начало довольно-таки интригующее. Не зря эту игруху так нахваливают. Прям говорят, вообще пуля, пушка, огонь и вообще... Это якобы 11-й смертный грех, если ты не поиграешь в эту игру. Ну, сейчас поиграем, посмотрим, чё да как, чё кого. Ну, довольно-таки интересно. Вначале было. Но мне вообще как бы эта серия заходит довольно-таки. Четвертую часть я, кажется, даже несколько раз проходил. И оба раза с удовольствием. Resident Evil, часть 2. И оба раза с удовольствием. Пятую часть... Один раз проходил. Седьмую часть один раз проходил. Внимание, гражданам! В связи с городской эпидемией призываем вас укрыться в полицейском участке Ракун-Сити. Всем нуждающимся будут предоставлены еда и лекарства. Боже, все как во сне. Участок уже недалеко. Они точно в курсе. Да, но что если мы последние, и выживших больше нет? Есть, выжившие есть. Это большой город, должны быть. Клава, не бзди. Нормально. Да нет, я бы не сказал, что прям таки все нормально, но... А, еще в шестую часть играл, кстати. Похоже, дальше идем пешком. Чё там? Лёня,
Ну его нахуй. Не надо тут пешком ходить, Леня. Лучше бегом. Согласен. Ебись ты в рот, боже мой! Леня, давай задний ход. Так, чё там кто-то едет помогать? Чё это? О, водила! Ты живой! Тебе укусили, твою мать. Ох, чёрт. Клэр, на выход, быстро! Я не могу. Держись! Еблысь, мама родная. Мужик, ты погиб не зря. Мы спасли, и теперь мы будем спасать мир вместе с Клавой. Белые кроссовки. Ебать! Вот это пиздануло. А, Клава как там? Там же Клава была. О, нет. Нормально все, Клава выжила, по-любому. Она тоже один из основных сюжетных персонажей. Клава! Клава, ты цела? Клава должна выжить. Да! Я в порядке, ты сам как? Хуёво! Дай патронов, пожалуйста. Надо бежать, здесь опасно. Да, давай, встретимся в участке. Заебись. А, хорошо, просто отлично, блядь, куда бежать-то? Нахуй, отстаньте от меня. Так, куда бежим? Леня, ты слишком... Это настоящее безумие. Леня, ты слишком медленно бегаешь. Я могу чем-нибудь их ударить? Нет, я ничего не могу. Я могу только целиться из пустого, блядь, пистолета. Так, что там, блядь... А, Матильда. Пистолет. 12-зарядный пистолет с полимерным корпусом калибра 9 мм. Обладает рядом недостатков, поэтому не был запущен массовое производство. Например, отсутствие, блядь, патронов. Скорее всего, малая убойная сила. Так, могу я что-нибудь прыгать? Нихуя не могу. Пошел нахуй. Так, стоп, нам не сюда. Куда? Где полицейский участок? Вон там какая-то калитка открыта. Побежали туда. Черт, они все такие. Все обратились. Да спрячь ты уже нахер свой пистолет. Патронов-то нету все равно, блядь. Вон он, участок. Это хорошо. Так, так, подожди. Нам надо как-то... Блять, их тут как-то... Не сюда, я понял, не сюда. А где тут обойти можно? Блин, сейчас заебемся по этому лабиринту бегать. Почему нельзя просто перелезть через машину? Леня, ну ты же... Блять, спортивный мужик. Так, 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 открывайся, калиточка, откройся, пожалуйста. Хорошо. Так, а Клаву мы что, ждать не будем? Надпись на табличке, Ракун Палюц. Давай походим, посмотрим тут что-нибудь. Нам хотя бы один патрон найти, чтоб не все так грустно было. Так, это какая-то заколоченная дверь, она мне не нравится, я сразу официально заявляю. Приз получен, добро пожаловать в город, наверное, город. Так, ну короче, тут нет нихуя. Здравствуйте! Осмотритесь вокруг. Ну давай, посмотрим. Так, это полиция, здесь должны быть патроны, что это такое? Блять, что я сделал? Keep out. Что значит это? Так, ладно, подожди, потом туда пойдем. Давай сейчас посмотрим, что тут есть. Hello? Вообще. Эй! Is anybody here? Есть кто-нибудь? Так, патроны нужны. О, ништяк, патрошки. Патрон для пистолета, 6 штук. Давай. Я, пожалуй, их возьму. Перезарядка. Все нормально, живем. Теперь уже не так страшно. РПД. Здесь должен быть какой-нибудь ход. Я не успел прочитать просто. Not good. Плохо дело. Дэвид, Марвин, слышите? Я нашел выход. Все вот здесь.
Ну ты тупой, конечно. Вышлите подкрепление. Восточный коридор. Так, восточный коридор, и что, мы туда сейчас пойдем? Да его сожрут, да, нахуй он нужен. Я должен ему помочь. Да не должен ты ничего ему, блядь. Блядь, да ты че, блядь? У нас только 6 патронов. Че это такое? А, это ящик, куда можно что-нибудь складывать. У нас нихера нету. Посмотреть карту. Посмотри карту, пожалуйста. Использование карты. На карте отображаются не только ваше текущее местоположение. Здесь также можно найти все ключевые места и найденные, но не поднятые предметы. Окей. Так, коробка, печатная машинка. Это я, насколько помню, сохранялка. Найденные, но не... Давай сохранимся, конечно же. А то полжопы отхватят нам сейчас, это будет не совсем приятно. Так, значится чё? Так, подожди, еще разок. Надо вот сюда, комната смотрителя. Нихерашечки себе. Здесь я, значит, зашел, вот здесь я приоткрыл дверь, кстати. Так, это что такое? Заклеенный щиток, сейчас посмотрим. Здесь можно подняться на второй этаж. Давай посмотрим, что за щиток. Можно ключами черкануть? Нет, нельзя. Блять, да оторви скотч и все. Че ты, блять, как маленький-то, ну. Ой, блять, Леня, ты дурак, конечно. Тебе, блять, нужен ножик специальный, чтобы перерезать. А вот давай попробуем, а вдруг? А, залупа на воротник. Так, надо ключ найти еще. Это что такое? Ага, наши любимые загадки, я так понимаю. Тебе обязательно нужно найти ножик, блядь, или ножницы, чтобы перерезать скотч. Ты чё, блядь? Лёня, нахуй. Не надо, блядь, выстраивать о себе настолько плохое мнение. Ну ты же, блядь, грамотный мужик. Оторви скотч и всё, блядь. Всё будет нормально. Так, а чё за хуйня? Ага. Ладно, пока непонятно. Лёва. Ну давай покрутим, что там есть. Кувшинчик, пятичка, Лёва, ага, Лёва, кстати, вот, рыбы, арфа, баба, а, это знаки зодиака, скорее всего, или нет, что за знак зодиака, пятичка, нет такого знака зодиака, орёл, блядь. Так, ну пошли, пошли, посмотрим, да чё ты. А здесь что? Да все тут позакрывали нахер. Ну вы чего, блин? Мне ж надо где-то патроны находить там или что-нибудь такое. А во, нашел, ништяк. Ну давай вот тут положи. Так, хорошо. Так, подожди, а что это за патроны такие козырные? Патроны для пистолета. Патроны для пистолета 9 мм. Парабеллум. Самый распространенный тип патронов. Обладают малым разбросом и умеренной отдачей. Ну, допустим. А, или это то же самое, что было у меня? А, ну, скорее всего, да. Вот эта пуколка, она же 9 мм, я так понимаю. Потому что убойная сила у нее не очень-то уж и убойная. Так, это что за трава? Травой, насколько я помню, тут лечили. Нет. Трава сказала, пошел ты в пизду. Хорошо, трава. Я тебе этого не забуду. О. О, нихера себе. Да, блядь. Откройся, нахуй. Чего у вас тут интересного? Вот, вот эта трава лечебная. Давай сюда. Ништяк. Мусорки полазить не хотите, Леонид? О, сейф. Ну, конечно же. Хера лысо. Блин, так мы сейчас просто натыкаем тут что-нибудь, смотри, все. Так, 15 не подходит. Или он постоянно сбрасывается? Да не должен бы. Так, 15 не подходит, 14 не подходит. Да блин. 13 тоже не подходит. 12 не подходит.
Сейчас что-нибудь натыкаем. 10 не подходит. И это не подходит. А, стоп, блядь, что я голову ебу? Вот там что? Вот здесь, наверное, код нарисован. Путеводитель по городу, спасибо. Добро пожаловать в Raccoon City. Знаете ли вы, что наш город не только родина фармацевтического гиганта Umbrella Corporation, но и динамичный развивающийся мегаполис с богатой историей. Данный проводник познакомит вас с рядом самых необычных достопримечательностей нашего города. Полицейский участок Raccoon City. Здание в центре города. Не всегда было полицейским участок. ТКАМ. Ранее там располагался художественный музей. А той эпохи нам напоминают различные элементы оформления, такие как необычная часовая башня и статуя богини в центральном зале. Приют. В нескольких кварталах от полицейского участка расположен приют, построенный и действующий на средства Umbrella Corporation, а также ряда компаний и неравнодушных граждан. Здание славится своим витражом, привлекающим туристов со всего света. А код-то какой? Так, мы закончили на 9, кажется, да? Ну, давай еще попробуем подрочить. Ну, здесь же одна крутилка, значит, тут просто тупо одна цифра или нет? Нет, это тоже не подходит. Ни хрена ничего не подходит. Так, ладно, хорош, голову ебать. По-любому где-нибудь код будет. Пошли. Да блин, ну серьезно. Ну все, валим туда отсюда. Здесь никого. Ну все, нам остается только один путь сейчас. В ту дверцу, которая приоткрылась маленько, там снизу появилась дырочка. Очень важная дырочка. Мы сейчас полезем в эту важную дырочку. Так, Лёня, у тебя выносливость не заканчивается, я надеюсь? О, стопэ. Это что такое? Лечебный спрей. Дихлофос нашел, ништяк. Дихлофос пригодится. Все вроде, да? Да, вроде все. Так, давай сохранимся, блядь. Сейчас нас кто-нибудь там завалит, потом опять бегать все это говно собирать не хотелось бы. А вот сюда же. Переписать, так точно. Так, ну все, побежали дальше. Там тоже все в кровяке, блин, ну его нахер может, а? Пиздец, Леня, ты подумай. Надо ли оно нам? Okay. Что ж. Так, ну пока что мне все тут очень, блядь, не нравится. Это что такое? Так, сюда нужно вставить предохранитель. Я понял, где его, блядь, найти еще. Водичка. Открывай. Что это такое? You got this. Я справлюсь. Конечно, справимся, Леня, не бзди. Я сам, правда, бздюк, блядь. Со всей силой причем. Так, ты чё, открывай калитку. Хорошо. Ой, там дохлый мужик или женщина. Ну, блять, это не есть хорошо, Леня. Так, 6, 6, 5, 11 патронов. Живем. Пока что живем. Ты будешь вставать, тварь, блять? Не вставай, пожалуйста. Че у него там? О, еще патроны, ништяк. Объединить, конечно, да. Спасибо тебе, добрый человек. Ты умер не зря. О, со светом повеселее, конечно. Очко не так сильно сжимается. Выгольичье ушко или ушко. Так, что тут есть? Тут ни хрена ничего нет. Дайте мне код от сейфа, пожалуйста.
Так, ну сюда мы, я так понял, пришли только за патронами. Больше тут ни хрена ничего нет. Вот еще есть заколоченная дверь, но нам туда пока не надо, я так понимаю. Вырубить свет? Нет, свет я вырубать не буду. Со светом как-то спокойнее, веселее. Все, пошли. Так, вот сюда нам теперь надо. Ну ты чё? А я думал, ты каши мало ел. Понапиздили что-то сволочи, в шкафчике понатаскали. Хрен сдвинешь. Так, это что такое? Это гидрант. Он нам не интересен пока что. Здесь тупичок, хорошо. Точнее, не очень хорошо, открывай. Так, это параша, понятно. Обычно в таких местах прячут аптечки или патроны. О, я же говорю, дихлофос кто-то заныкал. Можно объединить? Нет. Ладно. А как лечиться, кстати? Почему-то мне не рассказали. Ну, я думаю, ладно, походу разберемся. Ну, все. Параша обследована. Все, тут больше нехер делать. Пойдем дальше. Это что такое? Кофейку не желаете? Jesus. Господи. Это дохлый... Ух ты, блядь. Два... Три дохлых. Вырубай фонарь. Открой! Hurry! Открой скорее! Open up! Открой! А чем я тебе открою, блядь? Нечем у меня открывать. Open this goddamn door! Открой эту чертову дверь. Не ори, псих ебаный. Мне нечем открыть. Так, 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 так. Так, слышь? Я тебя вытащу. Подожди! А ты уверен, что там люди? Помогите, пожалуйста, помогите! Дай мне руку. Держу. Сейчас. Давай другую руку. Все, пиздец. Я ждал. Я знал. Держись! Я знал, что так будет. Да брось ты его нахуй, ты его тащишь, сожрали его, блядь. О боже. О, господи. Забирай патроны и пошли. Калитку прикрой. Лёня, забирай патроны и валим. Там что-то, блядь, большое. Так, блокнот офицера. Это что, типа карта такая? Так, статуя какая-то. Нихуя непонятно, но очень интересно. Ага. О! Это же шифры. Вот на Леве можно вон ту штуку набрать и что-то случится. Короче, нам нужно найти Леву, бабу и... Это что такое, единорог? Наверное, да. Набрать на них вот эти штуки, и тогда заработает еще какая-то штука. Ну, допустим, Леву мы уже нашли. Вернитесь в пол, хорошо. Ебись ты в рот! Мама! А, в колено тебе, сука! Все, ложись! Подопотохни ты, блядь! Можно его добить? Башку размозжить ему надо. Так, здесь что? Так, откуда, откуда, откуда? Где ты? Блядь, может, ну его нахуй, а? Да. Стой на месте, сука! Очень неудобно, очень неудобно целиться. Блядь, 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 блядь. Да помри ты уже, будь человеком, падла. Все, готово. Ой, блядь! Оно кинулось! В очко тебе, блядь! Все, подохни. Там мент встает. Вас что, по два раза убивать надо, что ли? Вы что, блядь? Хорош хуйней страдать. Ты не встаешь больше? Ты дурак, блядь. Пляж тебе... Ну, наконец-то. Так, все, валим отсюда... Вы чё нахрена такие же мучи-то? Ебись ты, урод. Нет, я туда не пойду, спасибо.
Блять, а нам туда надо. Так, осталось 3 патрона, это очень плохо. Это есть такое, да. Мы не отстреляемся, Леня. Все, пиздец нам. Побежали тогда. Чё жмать-то, чё жмать? Нет, все, нам честно. Так, сейчас нас, по идее, должны научить лечиться. Да ударь ты его! Нам не показывают, как лечиться, это плохо. Так, куда бежать-то? Ёб твою мать. Все, валим отсюда нахер. Можно было, в принципе, не тратить на них патроны. Ну ты чё, Лёня, давай пролазь. У тебя осталось... Чтоб тебя, блядь, я знаю, у тебя еще есть патроны, стреляй. Осторожно. Понял. Ну, спасибо, хорошо. Мы вообще-то тебя шли спасать. Ты в безопасности. Хотя бы на время. Спасибо. Марвин Бреннок. Леня Кеннеди. Там был еще один офицер. И я не смог, не смог. Не смог, не смог. Давай. Уверен, ты сделал все, что мог, Леня. Да, кто-нибудь знает что-нибудь там? Без понятия. Но, честно говоря, тебе нужно знать одно. Чуть замешкаешься, и это место тебе заживо сожрет. Да, я должен был начать еще на прошлой неделе. Но мне позвонили недавно, короче. Я не успеваю, блядь, читать. Но теперь ты знаешь, Леня, это главное. Ладно, я готов, лейтенант. Надеюсь, ты найдешь способ выбраться из этого участка. Тот офицер, которого ты встретил, Эллиот. Он думал, что на этот секретный проход нас спасет. Ну, я, кстати, понял. Хорошие новости. Можем доставить вас в больницу. Не-не, обо мне надо думать в последнюю очередь. Лейтенант, я не могу просто бросить вас. Это приказ, да, бранец? Твоя задача — спастись самому. Истеричка. Я бы пошел с тобой, но стану только обузой. Вот. Это тебе пригодится. Но я не могу. Прекрати. И не повторяй моих ошибок. Если видишь одну из этих тварей, без разницы, в форме или нет, ни медли, ни секунды, убивай или убегай. Ясно? Yes, sir. Да, сэр. А чё это ты мне там такое дал? Походу, зря я все патрошки расстрелял, блин. Боевой ножик. Во, ништяк. Боевой ножик. Выберите на экране снаряжение. Нож со временем изнашивается и ломается, когда опустеет шкала прочности. Это плохо, блядь. L1. Взять на изготовку. R2 ударить. Ага. Можно применять для контратаки L1. Если враг вас схватил, но вернуть оружие можно будет только после победы. Ну, допустим, я понял. Так, ножик. Херак. Нормально. Заковыряю нахер. Так, хорошо, так уже веселее. Патронов у вас не будет, товарищ лейтенант? Че вы, жопошник, что ли? Дайте патронов. Так, ну пошли, откроем Леву. Так, а как бы нам посмотреть все это дело? Лечение и восстановление. Ага, когда вы получаете урон, индикатор вашего здоровья в нижнем левом углу меняется от хорошо до внимания. И, наконец, опасность. Если на индикаторе горит опасность, скорее используйте зеленую траву или лечебный спрей, чтобы слить, пока не поздно. Слиться. Хорошо. Так, у меня хорошо пока что, да? Это хорошо, когда хорошо. Так, блокнот офицера. Лев, травка и... какой-то... петух с распушенными крыльями. Ну давай попробуем. Ага. Значит, тут лев, тут травка и петух. Все. Медальон со львом. Спасибо. Я даже знаю, куда это вставить. Гусары, молчать.
А здесь не важно, в какой последовательности их втыкать? Думаю, что не особо использовать. Так, хорошо, у нас что-то получается уже. Значит, Эллиот был прав. Да, но проход пока что закрыт. Так, нам надо. Нам надо как-то пробираться куда-нибудь. Так, Лёва мы нашли. Должно быть что-то еще. А, стопы, у меня же теперь есть ножик. Я могу срезать скотч, блядь. В смысле не могу срезать скотч? Ай! Ну какая нахрен разница, ну? Ну ты бы оторвать мог, ты чё? Леки-леки. Что ж ты такой деревянный? Мне такими представлял себе свой первый день. Ну да, там бы технику безопасности еще посидеть, почитать, да? А вот так вот прям сразу с корабля на бал, оно как-то да. Трава. Объединить. Смесь трав, 3 плюс 3, замечательно. Приз получен, основа выживания, спасибо большое. Что у нас еще есть? Так, тут кровь, тут кто-то дохлый по-любому. Открывай. Может быть, нам нужно было сохраниться, нет? Так, ну ладно, сейчас. Раз уже пошел сюда, то... Хотя там была кат-сцена, я думаю, игруха сама догадалась сохраниться. Говорит птица 73, вытащить вас, лечу на восток, реке, сяду до участок, минут, повторяю, сяду. Лишь бы не на бутылку-то присел, блядь. Так, мужик, дай патроны. Хм. Что? Хочешь узнать, откуда у меня эти шрамы? Ох, какого хрена! Красота! А, чё? Хуй чё, блядь, пошли отсюда нахер, Лёня. Я очкую, если честно. Это чё такое? Так, в смысле? Использовать? Нет, не хочу. Можно открыть окно как-то или чё? Выбить там. Ладно, пойдем. Что? Ёбаный козел! Сука! Ты мудак, блядь. Подожди, а что тут дверь открыта-то, нет? Так, о, смотри. Значок клевера какой-то. Видимо, нам нужен ключ с таким значком. Блять, не хотелось бы мне туда выходить. Здесь так тепло и уютно в этом полицейском участке. А чё я туда? Так, подожди, давай до конца пройдем, посмотрим. Вдруг что-то... Ебать! Пошла нахер, овца, блять! Орёшь, блять, дура. Ну, пиздец. О, ну-ка, сейчас я ножиком заковыряю. Ну-ка, стоять, сука. Вот как это работает. Приз получен, вот тебе. Так, хорошо. Блять. Все, я понял. Ножик работает только один раз. Внимание. Я уже не совсем хорошо себя чувствую. Леня, блять, заебал. Подохни. Son of a bitch. Ублюдок, бать твою. Отдай ножик. Короче, ножик рассчитан только на 3 удара. Слабовато, слабовато. На 3 контрудара, точнее. Так, ну не зря же я сюда пришел. Должно тут что-то быть или нет? Гидрант. Нахуй он не нужен. Так, стопе. Надо Леню полечить. Смесь из 2 зеленых трав восстанавливает умеренный объем здоровья. А эта штука полностью восстанавливает. Ну давай, меня там вроде не сильно потрепали. Использовать. Во, ништяк.
Да все, пойдем. Да чё, блядь? Нельзя? Почему нельзя? Я хочу просто перепрыгнуть. Да ну нафиг. Что, блядь, мне нужно для того, чтобы я мог перелазить через... Чего, блядь? Идите нахуй. Мне что нужно, блядь, чтобы научиться вылазить в окна? Какой, блядь, предмет мне нужен? Кожаные штаны, чтоб очко не продырявить, или чё? Вы чё, блядь, охуели, что ли? Выпустите, я хочу в окно. Так, ну, короче, я тут нихера ничего не нашел. Получается, что так. А, ну да, ключ. Ну, нет, мне кажется, я все-таки что-то там не нашел. Я должен был там что-то найти. Что-то очень важное. Но это странно. Прям совсем странно. Немножко даже бредом поддает. Чтобы перебраться через окно, мне, сука, нужен какой-то особый предмет. Ну вы чё? Ну хорош, ну. Да блядь! Да сдохни, сука! Я уже 4 выстрела в тебя сделал, мразь! Сука такая, блядь, падла, тварь, к черту пушки, да, вот так их надо добивать. А, это та кобыла встала, блин, а че они такие живучие? Это та кобыла, которую я уже пристрелил. Патроны, это хорошо. Что я буду делать, когда у меня ножик закончится? Вот что мне интересно. Не закончится, а сломается. Дайте еще патронов. Что это такое? Отчет о событиях. 25 сентября. Переоборудуем участок во временное убежище ввиду неожиданно крупной эпидемии. Сотрудникам полиции было поручено бросить все силы на обеспечение безопасности гражданских лиц во время и после их эвакуации в участок. 25 сентября. Дополнение. В результате ночного нападения одного из беженцев один офицер погиб. Еще трое получили ранения. Нападающий был быстро обезврежен. Пока что мы полагаем, что вспышка насилия обусловлена ничем иным, как чрезмерным стрессом. 26 сентября. Сегодня на участок напала толпа, из-за чего пострадало несколько человек. Выжившие сумели укрыться за аварийными ограждениями, но мы в осаде и выбраться отсюда будет проблематично. Нам также пока не удалось подчинить оборудование связи, поэтому мы все еще отрезаны от остального мира. 27 сентября. Где-то в час дня в западной части участка произошла очередная стычка. 12 человек погибло, и выживших осталось совсем мало. Все катится к черту. Дэвид Форд. Понятно. Это что? РПД. Так, барьер. Чего? Карта первого этажа. Участка. Замечательно, блядь. И что теперь? Что мне с этим делать? Я могу пролезть вот в это окно? Или мне там тоже нужно какое-то специальное оборудование? Сука. Сейчас, подожди, вот сюда сходим еще. Угу. Замечательно. Да нет, смотри, справился. Опа, хлопчики. Сзади тихо, да? Ну-ка, давай-ка мы все равно посмотрим. Может ли нам угрожать этот пост чем-то? Нет, это уже вряд ли. Он вроде совсем намертво подох. Давай-ка еще один патрончик дошлем туда. О, замечательно. О, даже 12 патронов обойма, это радует. А можно его как-нибудь беспалево скрыть на постелсне замочить, нет? Например, ножиком пырнуть в печень куда-нибудь. Фонарик бы желательно еще выключить. Да, Леня, блядь? Режь его ножиком! Ты дурак, хоть ножиком режь! Все, я понял. Какой толстый мент!
Все, мочи, мочи, мочи его, режь его, режь его, режь. Блять, он встает, Леня, он встает. Или нет? Все, уже не встанет. Так, а ты чё? Ага. Да сиди ты! Да не вставайте, не вставайте, не надо, зачем вы? Отдыхайте, я... Я не хотел вас... Блять, сука, подохни нахуй. Падла. Да блять, да ты сдохнешь, нет сегодня? Да прекрати жить, сука! Можно башку ему просто каблуком раздавить? Я думаю, это сэкономило бы нам и ножик, и патроны, блядь. Чё ты тут хотел? Балабасов набрать? А ножик можно как-то ремонтировать, нет? Блядь, а чё ты? Так, что здесь интересненького? Записка о пульте в кладовой. Похоже, что на клавиатуре пульта шкафчиков отсутствует несколько клавиш. Предлагаю тому, кто устроил этот бардак, поскорее найти запасные клавиши и починить пульт. Я знаю, кто ты, ублюдок. Кто еще мог так обосраться? Шутники херовы. Чего тут у нас? Так, там что-то есть. Чё? Ага, стопэ, все, я понял. 102, ну-ка, попробуем. 100, блять, двойки и тройки нету, да? Ну, естественно, это те самые кнопки, которые мне нужны. 106, кажется, было 106. Ну-ка, 106, есть. Ништяк, пойдем возьмем. Что это? Камемора... Чего, блядь? Пленка какая-то. Не знаю, зачем она мне, но... Видимо, очень нужна. 109 тоже можно открыть. Пойдем, откроем 109. Так, хорошо. О, патрончики. Патрончики — это good. Пошли за патрончиками. Давай, бери. Так, мне бы еще дополнительные кнопки найти. Может, какой-нибудь юморист спрятал в шкафчик? Это 203, нет, двойки у нас... Двойки, тройки нет у нас, да? А там что-то годное лежит. Что-то похожее на бронежилет, кстати. 208 тоже нет. Ой, там вообще патроны на дробовик. Дробовик, блядь. Беда. Так, а здесь что, открывай. А тебе что надо от меня? Лечебный спрей. Так. Пленка нет? Нет. Нужна карта. Хорошо, блин. Точнее, плохо очень. И дробовик здесь. Ну, мы сюда еще вернемся в таком случае. Так, а куда мы теперь можем пойти? Так, стопы, откуда я пришел? О, блядь, а что это? Подожди, подожди. Так, здесь я был? Нет, здесь я тоже не был. Эх, давай спать на работе, блядь. Да нет, в пизду тебе, спи. Спал бы лучше, да спал. Вот так. Да сдохни нахрен. Прекрати жить немедленно, сука. Давай, заковыряем его. Все? Наверное, успокоили. Так, что там еще? Порох. Порох — это хорошо. Зачем он нам только, я не знаю. Использование пороха. Ага. Патроны для пистолета. Порох. 2 штука. Патроны для дробовика. Порох плюс высококачественный порох. Желтый.
Короче, понятно, порох нам нужен для изготовления патронов. На участке осталось мало патронов, поэтому используйте весь порох, что найдете. Разные типы оружия используют разные патроны, поэтому следите за тем, что с тем соединяете, иначе не получите нужного результата. Понятно. Чё там? О, патроны. Давай. Здесь все. Что-то еще. Первое задание для новичка. О, для меня. Леня Кеннеди, твое первое задание будет особенно важным и сложным. Твоя задача – открыть ящик своего стола. Ключ к успеху сокрыт в первых буквах наших имен. Введите первых букв наших имен. Угу. Введите буквы в порядке расположения наших рабочих мест. На столе два замка, по одному с каждой стороны. Откройте оба. Иными словами, твое первое задание – запомнить имена других офицеров. Но это ты уже и так понял, да? Удачи, Леня. Кстати, не обещаю, что Скотт сходу даст тебе четкий ответ. Так, блять. Введи буквы в порядке расположения наших рабочих мест. Ну, допустим. Радуйся, что тебя здесь нет, новичок. А, понял. Ну, давай посмотрим. Так, а где вы тут подписаны-то вообще? Ага, вот. Марвин Бреннах. Бреннах, блядь. Рита Филлипс. Так, а ты кто такой? У тебя бейджик есть? Дохлятина, блядь. Дохлятина без бейджика. А, вот, стопы валяется. Скотт. Грегори Скотт. По именам фамилии нужно или нет? Ядрить, колотить, да тут просто миллион вариантов может быть. Так, это что такое? Отчет об операции. 28 сентября, 2:30. Нас осталось всего четверо. У нас нет оружия, нет патронов, а постоянные стычки измотали нас физически и психологически. Нам конец. Офицер Филлипс как-то предложила бежать через канализацию. Кажется, под участком есть потайной тоннель, оставшийся в наследство от музея. Тогда ее идея показалась здорово, но сейчас я изменил свое мнение. Да, мы не знаем, существует тоннель или нет. К тому же в канализации могут быть зомби, но сидеть и ждать смерти тоже так себе перспектива. Надежды мало, но я постараюсь разузнать побольше про этот туннель. Эллиот Эдвард. Эллиот Эдвард. Так, имеется 4 таблички. Блять, 5 табличек, сука. 5 табличек. Угу, 3 сета и 3 стой. Вроде не так сложно. А где здесь табличка? Так, это буква C, E, F. Давай попробуем. Где буква C? Или по этим, блядь. По буквам имен. О! Велком Леня! Спасибо, блядь. Давай попробуем по именам. N. E. Где еще одна? N, E, D. N, E, D. Так, N есть. E. E есть. D. Ага, ништяк, работает, смотри. Теперь здесь. G. Первый взлом приз получен, спасибо. R. G, R, M. G, R, M. Ну, есть M, допустим. R, G. О, охренеть. Я вообще взломщик от бога. Ну и чё вы мне там? Большой магазин Матильда. Спасибо. А куда бы мне его?
Блин. Вот сюда давай. Ключ там этот нахрен нам уже не обосрался. Так, подожди, пусть полежит пока. Ключ. Ключ, ключ, ключ. Выбросить нахер. Выброшенные предметы не вернутся. Ну а нафиг он нам обосрался? Мы его уже все. Как бы. Давай вот это возьмем. Ключ мы уже использовали. Так. А, ну что, я предлагаю закончить на сегодня серию. Уже продолжим в следующий раз. По традиции. В следующий раз мы продолжим. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось видео, то пишите в комментарии. Лига сюда. С вами был Лига. Всего хорошего.